a season of restoration. Откройте свои Библии на третьей книге Царств, 18 главе. Сегодня я хочу поговорить с вами о Боге, который отвечает огнем. Как никогда нам нужен огонь Божий в Церкви Иисуса Христа. Бессильный мир нуждается в сильном Боге. Холодный мир нуждается в горячей Церкви. Я хочу прочитать третью книгу Царств, 18 главу, 21 стих. Библия говорит: «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илия народу: я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. Аллилуйя». А кто из вас знает, что Бог все еще отвечает посредством огня? Он Бог огня. А температура церкви должна быть равной температуре огня во имя Иисуса. Я благодарен группе. Они чудесно играли сегодня. И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, много мнительных людей». А знаете, Бог не демократ. Я не имею в виду Америку. Бога не выбрали Богом через голосование. Он сам по себе Бог. Он был, есть и будет. Его не должны ратифицировать религиозные люди, епископы, правительство или кто-то там еще. Бог есть Бог, и Ему не нужно доказывать это. Я хочу сказать, что перед возвращением Христа Бог придет в силе. Он потрясет народы и принесет славу Своей Церкви. И эта слава будет больше славы позднего дома. Если вы верите в это, то прославьте Господа. Я хочу, чтобы здесь царила атмосфера пробуждения. Сказано: и взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас». Я не знаю, к кому вы взываете сейчас, на что полагаетесь, откуда ожидаете избавления для нашего мира. Я не против вакцины и не за нее, но я сразу скажу, что вам лучше полагаться на Бога, а не на что-то человеческое. Люди подведут вас, а Бог не подведет. Вы скажете: «Да, аминь». Сказано: «Услышь нас», но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громче, громким голосом, ибо Он Бог». Может быть, Он задумался или занят чем-либо. Буквально Он говорит им, возможно, Он пошел в туалет. Он насмехался над их Богом. Мы не обязаны сдаваться перед духом мира. Мы можем быть уверены в Боге, можем противостоять духу этого века, быть смелыми для Бога. Знаю, что Бог не подведет нас, но избавит нас. Наш Бог поможет нам. И вы можете сказать «Аминь» на это. Аллилуйя. Или в дороге он, а может быть и спит, так он проснется. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Они делали все для того, чтобы их Бог сделал, ну, хоть что-нибудь. Они поклонялись Ему так, как привыкли в своей культуре, согласно своей традиции. Но голоса не было. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса,
ни ответа, ни слуха, потому что нет другого Бога. У всех остальных богов есть уста, которые молчат, уши, которые не слышат, руки, которые не движутся, ноги, которые не ходят. А наш Бог сотворил небо и землю. Наш Бог жив. Глаза нашего Бога на нас. Нашего Бога не нужно будить. Он достоин прославления и поклонения. Так что послушайте меня, молодежь. Вам стоит прославлять Бога радикальнее, чем вы развлекаетесь в клубе, чем вы танцуете под свою музыку в баре. Вы должны быть радикальнее в отношении Бога живого, потому что только Он спасает вас. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Прославьте Его. Совсем немного, хотя бы 10 секунд подряд. Аллилуйя! Тогда Илья сказал всему народу, это 30 стих, «Подойдите ко мне, приходите в церковь». Это место поклонения и жертвы. Поймите, что дух этого века настроен против Бога. Дух Антихриста действует под прикрытием мира и безопасности. А люди постоянно хотят исправить меня. Я открыт для исправления, если оно по Библии. Но я не открыт для вашего мнения. Ведь когда я оцениваю истину, то делаю это в контексте слова и пророчества Библии. Не в контексте того, что говорят ученые или отступившие проповедники, утверждающие о том, что в церкви будет новый порядок, другой путь. Бог написал одну Библию. Есть лишь один шаблон, одна церковь, которая будет существовать до возвращения Господа Иисуса Христа. COVID не изменит наше поклонение или будущее церкви, потому что Иисус Христос заплатил за церковь своей кровью в день Пятидесятницы. Он родил церковь. Тысячи и тысячи во имя Иисуса. Этот шаблон не изменится, поэтому вам лучше забыть об этом. Хватит бегать с людьми, которые называют себя пророками, но не имеют ни малейшего представления о библейских пророчествах. Есть лишь один шаблон и одна Библия. Я говорю политикам, не отстраняйте церковь, потому что ваши дни у руля будут сочтены. Если вы будете неуважительно относиться к Церкви Христа, ваши дни будут сочтены. Мене-мене, текелу парсин. Вы должны признать, что есть лишь один Бог, который правит в царстве людей. И это не избранный президент, а Бог живой. Я говорю, что это Бог живой. Он дает власть людям. Ваше дыхание в его руке. В Библии был царь по имени Ирод. Он был надменным и гнал церковь. Он видел, что люди были настроены против церкви. И тогда он еще больше усилил гонение на церковь. Он убивал христиан. Он был одним из самых злых царей в истории. Он убил тысячи христиан. А в Библии говорится, что он захотел занять место Бога в глазах людей. Как это сделает Антихрист? И народ начал говорить, что он Бог. И знаете, что случилось? Новый Завет. Хоть мы и живем во времена благодати, не стоит шутить с Божьим народом, с Церковью Иисуса Христа, а выступать против дел Божьих на земле. Я не говорю о наркоторговцах и грешниках. Я говорю о тех, кто строит планы против Царства Божьего. Эти люди хотят уничтожить христианство за закрытыми дверями. Этот человек в царской одежде, сидя там, был изъеден червями. Через минуту у него из носа вылез червяк, а потом из глаза. Он умер от того, что его съели черви в одно мгновение. Я постоянно обращаюсь к нашему правительству, чтобы они относились к церкви Иисуса с уважением, признавая Бога в парламенте. Я знаю, что вам не хочется слушать про это, а вы хотите глубокого учения, но оно никуда вас не приведет. Вы должны понимать, что если будут приняты эти законы, церковь можно будет подавить. Они хотят издать закон, регламентирующий то, о чем можем проповедовать все мы, что можем говорить с кафедры. Они пытаются просто протолкнуть его через парламент.
О, все боятся. Нам постоянно говорят, чтобы мы боялись. А они один за другим проталкивают нечестивые законы. Церковь, вы должны проснуться. Я говорю, мы должны проснуться, церковь, и увидеть то время, в котором мы живем. Мы должны быть как сыны Иссахарова. Мы должны быть солью и светом. Мы боремся не за себя, а за будущие поколения, за ваших детей, которые еще не родились. Мы не можем играться в безопасное и комфортное христианство. Я по природе люблю поднимать людей, проповедовать позитивные вещи. Но сейчас я должен стать Ильей, который разбудит церковь. Как дела, друзья? В чем дело? Почему вы такие нерешительные, скажите? Почему вы колеблетесь? Почему вы считаете, что сидеть дома лучше, чем ходить в церковь? Посмотрите, что было перед тем, как сошел огонь. Огонь Божий не сойдет на то место, где люди не ищут его. Если вы, молодые люди, не готовы отказаться от наркотиков, клубов и всего остального, если вас не проснется голод по Богу, если вы не поймете, что вы несчастны, потому что отступили, вам стало лишь хуже. Появление девушки не принесло вам постоянную улыбку. Алкоголь, марихуана и все остальное не восполнили ту пустоту, которую может восполнить только Бог исключительно. Эти люди были в нерешительности. Они поклонялись Ваалу, преклонялись перед тем, что говорило правительство. А Илья пришел сам. Иногда нам кажется, что мы одни. Так бывает в бизнесе, в семье, в церкви, вообще в христианстве. Нам кажется, что такой сценарий устраивает всех. Я хочу встряхнуть некоторых из вас и сказать, разве вы не видите, что происходит? Разве вы не видите, как они атакуют Божье Царство? То, что происходит, ненормально. Мы не можем принимать все, что пытаются протолкнуть нам. Мы не можем проглатывать все, что продает медиа, продает CNN, что ученые продают нам. Я не говорю, что вирус не настоящий, но вы хотите сказать мне, что он сильнее Бога? Вы хотите сказать, что мы должны больше бояться ковида, чем любить Бога? Меня поражает то, что люди в мире меньше боятся вируса. Они ходят в клубы, в бары, танцуют, не придерживаются дистанции, напиваются и не боятся, а христиане, соль и свет, надежда миру, которые теоретически крещены Духом Святым, они боятся. Какой у вас Дух Святой? Какая у вас сила? Сколько вы будете шататься между двумя мнениями? Вот о чем говорит Илья. Не нужно обвинять других, быть теплым. Не нужно просиживать штаны дома, как делают многие из вас. Люди говорят, «Пастор, мне нравится этот новый путь поклонения Богу». Вы не поклоняетесь Богу. Вы просто становитесь тепленькими, прохладненькими. Вы лежите в кровати со своим пультом и хотите служить Богу в удобное для вас время. Вы не придерживаетесь дисциплины. Недавно у одного человека хватило смелости сказать, «Мне тяжело снова начать ходить в церковь, потому что я так привык к тому, чтобы лежать в постели, записывать проповеди и смотреть их, когда это удобно нам. Я хочу узнать, как вы собираетесь гореть. Мне интересно, скольких людей вы приведете к Иисусу Христу. Я хочу посмотреть, как огонь Божий сойдет на ваших детей и внуков». Вы устанавливаете новый порядок в своем доме, который гласит, что церковь не важна и туда не обязательно ходить. Для вас нормально не поклоняться Богу, не приносить Ему жертвы. Послушайте, как я уже говорил, настало время стать тем, кто вернется к поклонению Богу.
Потому что Богу достаточно одной спички, чтобы зажечь огонь в семье. Богу достаточно одного студента, который скажет своим друзьям: «Хватит, я вернусь к Богу, я буду служить Ему с новой страстью, новым огнем». Здесь есть молодые люди, которым еще нет 30, и которые готовы служить Господу? Сейчас не время для мотивационных проповедей. Послушайте, пасторы, сейчас не время для умных речей и учений. Если вы хотите прославить Господа, тогда прославьте Его на этом месте. Пока ваше сердце не с Богом, ни одно учение в мире не поможет вам. Все шаги, все пророчества. А ведь вашу жизнь определяет только ваше хождение с Богом. Не 7 шагов к успеху, а ваше сердце, ваше смирение, ваш голод. И пока мы не исправим это, мы не сможем продвинуться дальше. Он сказал народу, чтобы они подошли к Нему. Мы говорим людям, чтобы они вернулись в церковь. Они называют сотню причин, почему они не могут прийти туда. Но они могут пойти в торговый центр и так далее. Вы скажете: «Пастор, вы повторяете это каждую неделю». Я буду повторять, пока они не услышат. Я не могу перевести вас. Ваше освящение, а не удобство. Не пытайтесь засунуть Бога в свой ящик. Вы должны умереть для своего мнения. Вы должны положить себя на жертвенник, позволив огню Божьему сойти на вас. Люди говорят: «Огонь Божий сходит на меня в моем доме». Я знаю об этом. Сегодня огонь Божий коснется многих из вас. Но вопрос не в том, где огонь касается вас, а в том, куда он ведет вас. Если огонь прикоснется к вам через телевизор, на следующей неделе вы должны быть в своей церкви. Огонь Божий привлечет вас к Богу. Он не оставит вас в вашем кресле, чтобы вы переключались между христианскими каналами и речами президента. Я не думаю, что это принесет что-то новое, кроме как уменьшение церкви. Я говорю прямо, потому что могу. Мы обращаемся к миллионам людей. С нами, религиозными лидерами, не консультируются. Это факт. Наши слова не учитывают. Это факт. На каждом собрании на нас нападают. Это факт. Они хотят, чтобы мы подчинялись. Это тоже факт. Если хотите, чтобы я подчинился, положите меня в гроб. Но и оттуда я буду кричать вам. Мои дети придут, помолятся за меня, воскресят меня во имя Иисуса. Мы не будем болтаться, молчать и сидеть. О, нет-нет. У меня есть причина существования. У меня есть послание, которое должен услышать этот мир. В моих костях горит огонь Божий. У меня есть причина для вечности. У меня есть причина, чтобы поклоняться Богу, чтобы приходить в Дом Божий. Аминь. Я хочу, чтобы моя семья, моя страна была спасена. Я не могу забрать Бога из своего мира. Меня не волнует, сколько людей обратится против меня. Я не могу убрать Бога из уравнения. Он Альфа и Омега. Он путь, истина и жизнь. Он свет миру, целитель, избавитель, яркий свет, утренняя звезда. Он то, что ищет этот мир. Мы не увидим нового мирового порядка без присутствия Божьего в нашем мире. Вы можете сказать на это аминь. Во имя Иисуса. Я знаю, что время общения с телезрителями подходит к концу, и хочу сказать, что Бог очень любит каждого из нас. Когда мы говорим об огне Божьем, люди всегда думают о суде. О нет. Я слышал о мужчине, который пел своей жене стихи о суде из Ветхого Завета. Я подумал: ты что, с ума сошел? Мы не живем в Ветхом Завете. Мы не можем использовать стихи Ветхого Завета, чтобы судить людей. Иисус пришел, чтобы установить новый порядок, благодать и истину.
Огонь, о котором говорит Библия, это огонь Божьей любви, который вернет этот мир к Нему. Огонь сюда придет, но это время еще не наступило. Бог судил Христа 2000 лет назад. Поэтому, когда вы злитесь на жену, не бросайтесь стихами осуждения. То, что вы осуждаете, вы навлечете на себя. Будьте осторожны с тем, чтобы судить, потому что есть лишь один судья, один посредник между Богом и человеком. Когда Библия говорит, что наш Бог — огонь поедающий, она имеет в виду, что, приближаясь к Богу, вас ожидает чистейшая любовь. Это любовь, которая изменит вас, она преобразит вас. Она сделает так, чтобы вы почувствовали себя желанными и любимыми. Вот та любовь, о которой я говорю. Сегодня вы сидите перед телевизором и нуждаетесь в любви Божьей. Вам нужно вернуться к Иисусу. Вы должны отдать Ему свою жизнь. Библия говорит, что Он не пришел для того, чтобы осудить этот мир, но чтобы спасти мир. Когда мы говорим об этом огне, то это не разрушающий огонь. Это спасающий огонь. Он освобождает. Он исцеляет. А вы хотите, чтобы Бог пришел сегодня в вашу жизнь? Если хотите, тогда прошу вас, положите свою руку на сердце и скажите: «Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе». Скажите это зрителям. «Я принимаю Тебя сегодня как своего Господа и Спасителя. Спасибо за новое начало. Я знаю, что Ты умер за меня. Я знаю, что Ты живой. Сегодня я отдаю Тебе все. Дай мне свой огонь. Зажги меня для себя во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас. Спасибо, что были с нами. Благословений вам».